Неделя алтайского спорта завершилась на международной выставке «Форум Россия». 7 дней на ВДНХ рассказывали о том, как в нашем регионе развивается спортивная отрасль. Масштабную экспозицию подготовила Краевая федерация гребли. Посетители выставки смогли попробовать свои силы на профессиональном тренажере, имитирующем байдарку. Мастер-класс провел олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, представляющий Алтайский край Александр Дьяченко. Кроме того, на стенде рассказали о крупных соревнованиях, которые проходили на Барнаульском гребном канале. Кубок чемпионов, Кубок мира и Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Пострига и Александра Дьяченко. Были и анонсы новых стартов Алтайской регаты фестиваля драконов. Она пройдет в конце июня и примет 400 спортсменов из 11 стран. И о нашем канале узнают во всем мире. То есть, а это популяризация нашего региона, как событийный туризм и продвижение, чтобы люди возвращались к нам всегда, не только на соревнования, но и отдыхать к нам. Добавлю, в течение недели своей федерации также презентовали кикбоксеры, шахматисты, триатлонисты, самбисты, дзюдоисты и футболисты. На стенде выступали юные атлеты, а также именитые воспитанники алтайского спорта. К примеру, в день футбола с гостями форума пообщались экс-капитан сборной России, а ныне спортивный функционер Алексей Смертин, нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас и капитан женской сборной страны Анна Беломыцева.